Прекрасные голоса наполняют этот зал, этот театр. И давайте сейчас не скупиться на аплодисменты. Аплодируйте друг другу, приветствуйте друг друга, ведь вы такие молодцы. Песня «Русский вальс» впервые прозвучала в 1994 году для королевы Великобритании Елизаветы II в ходе ее официального визита в Россию. Песню поет хор учителей Управления образования Юго-Западного административного округа, руководитель Татьяна Кузнецова. «Русский вальс».